23 декабря 1917 года великий русский композитор Сергей Рахманинов покидал Россию. Газеты сообщали, уезжает с концертами за границу на 2 месяца. У него же было предчувствие навсегда. Ему 44, впереди неизвестность. Решение об отъезде пришло задолго до октября. Пытался привыкнуть к переменам, наладить жизнь, но все больше чувствовал, что музыка сейчас здесь не нужна. Появился страх и за семью. Как жить? Тревожные мысли смирял заповедью: не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Предчувствие не обмануло. Россию он терял навсегда. Сюда он больше не вернулся. Не вернулся и в свою любимую Ивановку. Есть тяга к земле больше, чем у какой-либо нации. И у меня она имеется. Да, у него она имелась, но судьба распорядилась по-своему. Сергей впервые приехал в Ивановку летом 90-го года. Народу собралось много. Владельцы имения Сатины, семья Зелоти, сестры Скалон, Наташа, Людмила и Вера. Все родственники Сергея. Сестры Скалон сразу привлекли внимание юноши. Приглянулась старшая Наташа, которой он потом много лет поверял в письмах своей радости и печали. Однако из дневника младшей Веры Скалон, 1890 год, 20 июня. Неужели это любовь? О, Господи, помоги мне! Конечно, больше нет никаких сомнений. Я влюблена. 22 июня. Я не подозревала, что это за мучение. В книгах как-то совсем иначе написано. До сих пор я не задумывался о том, нравлюсь ли я Сергею Васильевичу, но теперь чувствую, что мне этого хочется больше всего на свете. Сергей ответил ей романсом «В молчании ночи тайны». Oh!
случайный, перстом послушною волос. Волос твоих густую прят, из мысли изгонят, и снова призывают. Поправлять былые выражения речей моих с тобой, исполненных смущения и в опьянении, на перекорму заветным именем будить ночью. Кончилось счастливое лето. С колонн уехали в Петербург, Рахманинов в Москву. Осенняя Москва показалась ему холодной и хмурой. «Мне здесь не везет», — пишет Сергей Наташа с колонн. «Зверев вдруг захотел мне сделать подлость и не позволил Максимову играть со мной. И я остался ни с чем, кроме большого огорчения». Николай Сергеевич Зверев, который так жестоко обошелся с Рахманиным, слыл прекрасным педагогом и обладал особым чутьем на таланты. О нем ходили легенды. Скрябин, Рахманинов, Игумнов, Максимов, Левин. Все были его учениками. Своих зверят трудиться до седьмого пота. И сам трудился так же, не жалея себя. Воспитанию способствовала сама атмосфера дома. Здесь бывали все выдающиеся русские музыканты. Именно в доме Зверева Сергея приметил Петр Ильич Чайковский и предсказал ему великое будущее. А ведь музыкальная карьера Рахманинова могла оборваться, едва начавшись. 12-летнего Сережу после 3 лет обучения хотели отчислить из Петербургской консерватории. Из-за разлада между родителями он остался без должного присмотра. Вместо занятий ходил на каток, консерваторские единицы исправлял на 4. Выход нашел Велоте, двоюродный брат Сергея. Он забрал мальчика в Москву и определил к Звереву. Вскоре Сергей уже учился в Московской консерватории. С годами деспотизм Зверева все сильнее тяготил Сергея. Ему была нужна свобода сочинять музыку. В отношениях между учителем и учеником появилась напряженность. Вышла ссора. Пришлось уйти. Но жить было негде и не на что.
приютила тетка Варвара Аркадьевна Сатина. Сереже 17 лет. Он уже не тот шалопай, который пришел к Звереву 4 года назад. Годы суровой школы не прошли даром. Но ощущение неприкаянности все больше терзало его. В декабре 90-го он едет в Петербург. Туда его влечет любовь к Вере Скалон. Скалоны приняли его радушно, но дали понять, что бедный музыкант не пара генеральской дочери. Для самолюбивого юноши это был жестокий урок. В этот трудный период только музыка спасала Сергея. В старших классах Московской консерватории. У выдающегося музыканта Сергея Ивановича Танеева постигал тонкости контрапункта, свободное сочинение инструментов осваивал в классе Антония Степановича Оренского. Фортепианной техники совершенствовался у Александра Ильича Зелоти. Лучших наставников и пожелать невозможно. Но и Рахманинов ученик – явление непостижимое. Ему было 19, когда он написал свою знаменитую прелюдию. Уже в самых ранних рукописях Рахманинова мы обнаруживаем мастерское владение процессом композиции. Первой стадией у него были эскизы. Он записывал только то, что мог забыть. Переход от эскиза к черновику был громадным шагом. Здесь-то и проявляется гений Рахманинова. Он заранее знал все произведение. Оно было у него в голове. Рахманинову сопутствовали успех и признание, но при этом на жизнь приходилось зарабатывать уроками. Не было и своего угла. Постоянному исповеднику Наташе Скалон он писал: «Отец ведет безалаберную жизнь, мать моя сильно больна, старший брат делает долги. Я как-то постарел душой, я устал». В этот период друзья знакомят Сергея с семьей музыканта Ладыжинского. Анна Ладыжинская, цыганка по происхождению, сумела обогреть Сергея. Она внесла любовь и ласку в его бесприютную жизнь. Может быть, поэтому экзаменационная работа «Одноактная опера Алеко» была написана в 3 недели. Уж очень близок был ему сюжет. В консерватории были поражены, когда Рахманинов представил полную оркестровую партитуру.
Ему была присуждена большая золотая медаль. Петр Ильич Чайковский, прослушав музыку, был в восторге. Растроганный Зверев подарил Сергею золотые часы, забыв о своих обидах. В 1893 году в Большом театре состоялась премьера оперы «Алеко». Поддержка Чайковского дала толчок к быстрому признанию, но гений Рахманинова сам пробивал ему дорогу. Музыка была его религией, средством, которое позволило общаться с божественной силой. Своим дарованием я обязан Богу, без Него я ничто. Сергей задумал симфонию, грандиозный роман в звуках, любовь, рок, возмездие. Писал самозабвенно. Ему казалось, что этой музыкой он поразит мир. Нелегкая любовь к Ладыжинской благословил этот труд. Ей и посвятил симфонию, сопроводив эпиграфом из Библии: «Не отмщение, а с воздам», как у Льва Толстого в «Анне Карениной». Марта 1897 года в Петербурге состоялось первое исполнение симфонии. Дирижировал Глазунов. Симфония была не понята ни музыкантами, ни публикой. Провал был катастрофический и тяжело подействовал на композитора. После этой симфонии не сочинял ничего около 3 лет. Был подобен человеку, которого хватил удар, у которого на долгое время отнялись голова и руки. Не было ли это отмщением за неправедные желания? Кто знает? Thank you.
Никто не достигал успеха так быстро, как Сергей Рахманинов. Ему было 18, когда Чайковский подошел к нему, чтобы лично поздравить. Это вызвало зависть. Многие желали его падения, а журналисты желали этого особенно. Поэтому неудача первой симфонии чрезвычайно преувеличена. Donc il y a eu peut-être un succès, je suis tout à fait d'accord, mais certainement cet insuccès a été un succès a été très nettement exagéré. Your grandmother always maintained that the conductor Glazunov. Ваша бабушка утверждала, что дирижер Глазунов был пьян во время исполнения. About the premiere. Так ли это? Non seulement une fois, mais beaucoup de fois, et ma mère et tout le monde. Моя бабушка неоднократно это говорила. Но думаю, что она преувеличивала. Со своей стороны преувеличивали журналисты, с другой стороны бабушка. Мне кажется, что правда где-то посередине. Но вернемся к событиям 1897 года. Прошло 2 месяца со дня провала симфонии. Сестры с колонн увезли больного Сергея на дачу в Игнатово. Девушки окружили его заботой и вниманием. Летние дни в Игнатово напоминали Ивановку, только радость сменила печаль. Сергея и Веру разделяла несостоявшаяся любовь. Через 2 года Вера вышла замуж за того, кого ей прочили родные. 100 Сережиных писем она сожгла. Осенняя Москва встретила Сергея сюрпризом. «Я получил необыкновенное предложение», — вспоминал Рахманинов. «Один очень богатый железнодорожник решил организовать частную оперу. Это был Сава Мамонтов. Он мне предложил место второго дирижера, и я, разумеется, это предложение принял». Дирижерство было новым амплуа для Сергея, но он был уверен в себе. Оркестранты и певцы почувствовали властную силу его дирижерской палочки, но атмосфера театра тяготила его. Здесь царствует настоящий хаос, репертуар огромный, все идет скверно, грязно. Радовало только общение с Шаляпиным. Америк, о, Америк.
Погонил не сумел сам накечим. А денежки, а денежки отдал на забранение. Русалке вещи дочери моей. Про реки сорыты, их рыбка одноглазая. Те, кто не видел и не слышал Шаляпина, вспоминал Рахманинов, те не знают, что это за наслаждение присутствовать при творчестве гения. Газеты же писали о таланте дирижера Рахманинова не меньше, чем о таланте Шаляпина певца. Осенью 1898 года Рахманинов все-таки ушел от Мамонтова. Не помогли никакие уговоры. Не смог его удержать даже близкий друг Федор Шаляпин. Лев Николаевич Толстой. Его считали совестью русского народа и шли к нему в поисках моральной поддержки. Прошло 3 года после провала симфонии, но Рахманинов так и не мог вернуться к активному творчеству. Друзья уговорили его обратиться к Толстому. «Я пришел с Шаляпиным. Мы исполнили мою песню «Судьба». Толстой казался мрачным. Он сказал, как мне все это не нравится. Бетховен вздор, Пушкин и Лермонтов тоже. И подумать только, что я шел к нему точно к какому-нибудь божеству. Чудо не произошло, вера в себя не возвращалась. Время остановилось. К творчеству Сергея вернул доктор Даль. Его методы гипноза помогли, и уже в декабре 1900 года Рахманинов исполнил 2 части нового 2-го фортепианного концерта. Огромный успех завершил возвращение композитора к творческой жизни. В апреле 1902 года Сергей Васильевич женился на своей двоюродной сестре Наташе Сатиной. Она принесла в его жизнь покой и уют.
«Родители, наконец, уступили моим просьбам, — вспоминала Наталья Александровна, — и разрешили мне выйти замуж». Она любила его с детства и, как говорили близкие друзья, свою любовь выстрадала. Он был счастлив. Теперь рядом был верный друг на всю жизнь. Только романсы, сочиненные накануне свадьбы, выдавили сердце боль чувств прошлого. Медовый месяц молодожены провели за границей. В швейцарском городе Люцерне поселились на горе в гостинице «Зоненберг». Отсюда открывался чудесный вид на озеро и его окрестности. Место приглянулось, а от той горы, где остановились молодые, было рукой подать до поселка Гартенштейн. Там через 30 лет Рахманинов построит себе новую Ивановку, виллу в Сенар. Мрачный, замкнутый, трудный, не подступишься. Один английский критик писал, что Рахманинов даже играет сердито. «Отец мог быть общительным лишь в кругу близких друзей», вспоминала его дочь Ирина Волконская. На слова он был вообще скуп. Я хорошо помню, как он сказал, что все, что он чувствует, гораздо лучше сказано в его музыке. Он был человеком живым и талантливым. Одно дело его профессиональная жизнь, здесь он целиком уходил в себя.
Создание музыки – это внутренний процесс. Если кто-то видел его в этот момент, то, безусловно, он мог казаться отстраненным, печальным. Но это только во время работы. Он был дисциплинированным, точным до минуты. Начинал рабочий день в 7 и заканчивал точно в полдень. Когда я был ребенком, я стоял здесь у двери, прижавшись лицом к стеклу. И с 12-м ударом больших часов он появлялся с улыбкой. Это был уже совсем другой человек. Веселился, смеялся, играл с нами. Le signe d'un compagnon très gai et très jovial. В 1904 году Рахманинов вновь возвращается к дирижерской деятельности. Теперь в Большом театре. Этот период его творческой жизни ознаменован резким поворотом к опере в самом прямом смысле. На сцене Большого театра были поставлены «Скупой рыцарь», «Франческо да Римини», и снова Алеко, композитор и дирижер Сергей Рахманинов. Многие отмечали, что даже Чайковскому не удавалось дирижировать своими операми с таким совершенством. Шел 1905 год. События Первой русской революции захлестнули и Рахманинова. Он выступает в защиту прав артистов Большого театра. Не раздумывая, ставит подпись под письмом в газету «Наши дни». Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати, когда всем живым творческим начинаниям народа ставятся преграды, чахнет художественное творчество. Выход из этих условий только один – Россия должна, наконец, вступить на путь коренных реформ. Но буря революции скорее испугали его, чем увлекли. Они мешали его творчеству, как и дирижерство в Большом. Он ушел из театра и уехал с семьей в Дрезден от всей этой суматохи. В Дрездене Сергей Васильевич нашел покой, уют и даже комфорт. В этом благополучии он создал симфоническую поэму о жизни и смерти «Остров мертвых». Тема была навеяна картиной Бёклина. В дрезденский период Рахманинов вернулся к концертной деятельности. Его манера, стиль исполнения – это всегда творчество за роялем. Уникальные руки, не знавшие технических преград, оправдывали звучание каждой ноты.
Где бы ни был Рахманинов, каждое лето он проводил в Ивановке. Никакая заграница не могла удержать его. Здесь был его дом, его земля, красота, которая питала его творчество. А еще с детства в нем было воспитано чувство хозяина. В хозяйские заботы вкладывал всю свою фантазию. И занимался этим с увлечением и изобретательностью. Ему 36. Теперь он получил полное признание как композитор, пианист, дирижер. Избран в состав дирекции Русского музыкального общества. Не обошло его вниманием и высшее общество. Великий князь Михаил, брат царя, был его большим поклонником и приглашал его к себе запросто, по-семейному. год. Первая мировая война рушила многие надежды. В отличие от других представителей русской интеллигенции, Рахманинов смотрел на войну как на всенародное бедствие. Мне дали знать, что меня призывают ратником ополчения. Поехал в Тамбов являться. Мне пришлось обгонять обозы с запасными чинами, мертвецки пьяными. Проезд автомобиля встречали гиканьем, свистом, криками о выдаче денег. Меня взяла жуть. В августе 1917 года Рахманинов приехал в Крым. На этих днях я играю в Ялте. Взял этот концерт, чтобы заработать. Как не противно сейчас выступать, все-таки решился. Это было последнее его выступление в России. Даже на этом благодатном берегу ощущалось приближение шторма. На него нахлынули воспоминания.
Мальчиком он бывал здесь со Зверевым. Сюда приезжал с Шаляпиным. Здесь познакомился с Чеховым. Бывал в его доме. «Молодой человек, у вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком», — говорил ему Чехов. Началась его дружба с Буниным. Проговорили на берегу моря до ночи. Я обнял Ивана Алексеевича и сказал: будем друзьями на всю жизнь. Господи, неужели со всем этим придется расстаться? Декабрь 17-го. Великий русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов уезжал из России. Ехали всей семьей. Из вещей почти ничего. Из музыки материалы к начатой опере, да эскизные тетради с новыми фортепианными пьесами. Ему уже 44. Впереди неизвестность. Может и правда, думал он, это отмщение постигло его. Должна вам сказать, что я чувствовала себя с ним легко. Конечно, тогда я был очень молодым, а мистер Рахманинов был впечатляющим человеком. Его боялись. Мы вели себя с ним очень осторожно, и я не помню, чтобы кто-нибудь обращался к нему по имени. Его всегда называли мистер Рахманинов. У
Рахманинов, он был такой, он бы встал со смертного ложа, чтобы писать свою великую музыку. И он продолжал бы делать это, если бы был жив. На всех концертах, вы, конечно, знаете, он много играл на бис. Но когда он заканчивал концерт и не собирался больше играть, он, скажем, исполнял прелюдию и уходил. Билл рассказывал мне, знаете, он выпивал пару рюмок коньяка перед выходом на сцену, но он никогда не был пьян, никогда. Горовец как-то сказал мне, ты знаешь, Рахманинов был для меня в музыке как отец. Поэтому для тебя, Рахманинов, в музыке дед. Кое-кто ругал меня в газетах, но без этого нельзя. Хвалить меня будут, как и всякого, не раньше, чем я умру. Но зато все будут хвалить. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение аз воздам, говорит Господь». Я все время думаю о Рахманинове, о том, что он здесь, на кладбище Кентика. Понимаете, в Америке кладбище как бы не существует. Похоронили человека и прощай. В душе он всегда оплакивал Россию. Он так и не стал американцем. Он всегда оставался русским.
Вам не понять чувство человека, у которого нет дома. Видимо, никто не в состоянии понять безнадежную тоску по родине, которая есть у нас, у старых русских. Через год после отъезда из России, после безденежной жизни на окраине Копенгагена, Рахманинов с семьей покидает Европу. Все дальше и дальше от России. Одолевают мысли. Сколько мы будем проживать в Америке в месяц, считая и квартиру, и прислугу, и еду? Новому человеку почти нет никакой надежды сколько-нибудь прилично устроиться. Как и во всем мире, здесь дорого ценится физический труд. На каждое музыкальное место по 10 претендентов. Забудьте об Америке, принцессе долларов. В начале сезона он обычно приходил в Стейнвею, и было 8-10 роялей, из которых он мог выбрать для себя, что хотел. Помню, что в 30-е годы, когда у него была напряженная концертная программа, он обычно выбирал 3 инструмента. Было и так, как я помню, что в конце сезона он говорил: «Я хотел бы иметь вот этот и в следующем году». И мы ставили его, как у нас говорят, в морозильню. Инструмент отправляли на фабрику, и он хранился все лето до его приезда. Он пробовал его снова и говорил «да». Или иногда говорил «нет, я возьму что-нибудь другое». За все это время я не сочинил ни строчки. Играю только на фортепиано и даю много концертов. Первое и самое главное – только рояли фирмы Steinway. Затем всюду проезд первый класс купе. Кстати, со мной должен ездить настройщик или вообще какая-нибудь нянька. Стар и шаловлив я стал. Устал очень. За последние 4 месяца дал около 75 концертов. Всякое лишнее движение рук меня утомляет. Рахманинову был нужен настройщик пианино, который ездил бы с ним на гастроли. Стейнвей послал Билла Хофера. Рахманинов позвонил Стейнвей и сказал: «Вы прислали ко мне этого молодого человека, а он может настроить рояль?» «Что ж», — сказал Стейнвей, — «присмотритесь к нему, если вы решите, что он слишком молод, мы дадим вам кого-нибудь другого».
Но, как рассказывал Билл Хофер, он понравился Рахманинову. Он был хорошим настройщиком, и он ездил с ним все время. Когда Рахманинов жил в Нью-Йорке, он репетировал здесь, у Стейнвея, довольно часто вместе с Владимиром Горовицем. Билл рассказывал мне, что они всегда приходили сюда вечером, когда никого не было здесь, и они не хотели, чтобы кто-нибудь мешал им. Здесь всегда стояли два рояля, чтобы они могли играть по вечерам. Билл всегда бывал здесь, сидел в уголке. Ну, вы понимаете, вдруг что-нибудь понадобится. Только ему одному и удавалось слушать их. Очень большим именем за последнее время пользуется Горовиц. Колоссальные октавы. После того, как он женился на дочери Тосканини, многие надеялись, что в его игре прибавится немного музыкальности. Пока этого не случилось. Утешаются тем, что женат он недолго. За все годы, что мы знали Рахманинова, ни мой муж, ни я ни разу не сфотографировались с ним. Я никогда не думала об этом. Эту фотографию он подарил мне лично. На ней написано «Госпоже Ванди Горовиц, Кон Аморе, Сергей Рахманинов». Он написал это по-итальянски. На английском это звучит иначе. Это обычная здесь фраза. Это было написано по-итальянски с особым значением. «Con amore» — это значит «с любовью». Но должна вам сказать, что это была абсолютно платоническая любовь. Мистер Горовиц приехал в Америку в 1928 году. Первое, что он сказал, я хочу видеть Рахманинова. И поехал в дом 505 по Вест-Энд-Авеню. Это была очень маленькая квартира. Я начал учиться у Горовица, когда мне было 16 лет. Я тогда снял квартиру в Нью-Йорке. Я позвонил Володе и сказал, я хочу дать тебе свой новый адрес, Володя. Вы имеете в виду Горовица? Да, он спросил, а какой у тебя новый адрес? Я сказал, мой новый адрес 505 West End Avenue. В ответ была полная тишина. Я спросил, в чем дело? Он сказал, это невозможно. Я ответил, но я действительно называю тебе свой новый адрес. Он сказал, просто не верится. Ты знаешь, что это тот самый дом, где жил Рахманинов, и где я впервые встретился с ним. Вся квартира была меньше этой комнаты. Представляете?
Кровать мистера Рахманинова стояла вплотную к пианино в спальне, а рядом была спальня миссис Рахманинова. Я сказала: «Мистер Рахманинов, просто позор, что у вас такая маленькая квартира в Нью-Йорке». На что он ответил: «А я там не бываю». Я сказала: «Дело не в том, бываете вы там или нет, вам нужна лучшая квартира». Он рассмеялся. Конечно, все здесь выглядит уже не так, как при жизни Рахманинова. Многое перестроено за прошедшие годы. Рахманинов жил в этой квартире в 20-е и 30-е годы. Они выехали отсюда, а мы въехали. Мы живем здесь уже 37-38 лет. Мы никогда не встречались с ним и не были знакомы. Он умер до того, как мы въехали в эту квартиру. Но известно, что он жил здесь много лет. Опубликованы письма, которые он писал из Калифорнии по адресу 505 West End Avenue. Вы спрашиваете о квартире. Никогда у нас, по-видимому, не хватит энергии или отказаться от нее, или найти новую. Я вырос в Нью-Йорке на 97-й улице, а он, Рахманинов, жил примерно на 100-й улице, в трех кварталах от нас. Он любил гулять. Я был еще маленьким, у меня были пластинки с его записями, я уже начинал играть на пианино. Когда я видел его на улице, я шел за ним. Я держался в нескольких ярдах позади него и смотрел на него. Для меня он был как бог. Все пианисты считали, что он был номер один. Во всяком случае, один из трех-четырех величайших в мире. Кроме того, он обладал, как у нас в Америке говорят, харизмой. Представьте, два человека входят в комнату, одинаковые, оба умные, ну и все остальное. Но один из них такой, что на него все смотрят, а про другого забывают, как будто его нет. Впервые я услышал Рахманинова, когда учился в Вене. Помню, он исполнял сонату Бетховена. Опус 31. Он исполнял ее на концерте в Нью-Йорке. Начинал он так, со своей транскрипцией Баха. Я помню, в Вене он играл одну вещь.
Ноктюрн Шопена. Те, кто были на том концерте, вспоминали о нем годы спустя. Это был один из исключительных моментов. У него было такое вдохновение, я никогда не забуду этого. Я услышал его игру, когда мне было 8 лет, в моем родном городе, Питтсбурге, в Пенсильвании. Никогда не забуду тот день. Очень высокий, устрашающий человек. Я подумал, какой страшный, очень строгий человек. Другие пианисты, они как балетные танцоры, сползают со стула. А Рахманинов сидел как статуя, великолепно держался. Я не помню, чтобы он хоть раз взял фальшивую ноту. Он был очень требователен к себе. Один распорядитель сцены рассказывал мне, что люди подходили к нему и говорили: «О, маэстро, вы играли как бог», а он отвечал: «Я играл как свинья». Это говорит о том, какой высокий стандарт он устанавливал для себя. Что касается его чувства юмора, он играл рапсодию в Питтсбурге или Детройте, не помню, кажется, в Детройте. Его жена рассказала мне об этом. Он спросил: «Кажется, у нас поезд сразу после концерта?» Она сказала: «Да, это так. А во сколько поезд?» Она ответила, тогда он сказал: «О, Боже, придется играть быстрее». Она рассказывала, что в тот раз он действительно играл быстрее, чем обычно. Хорошо помню, как он вышел однажды на сцену на бис. Публика кричала, догадывайтесь, что? Прелюдию, прелюдию до диез минор. Рахманинов вышел на сцену, подошел к роялю, закрыл его и ушел. Я думаю, он уже слышать не мог об этой до диез минорной прелюдии. Помимо сочиненной мною прелюдии «Цисмоль», у меня есть и другие веские причины претендовать на мое положение в музыкальном мире. Oh,
Что касается той отчужденности, которую вы чувствуете, то должен сказать, и я ее здесь ощущаю. Что-то мало вижу я кругом настоящих и искренних музыкантов. Ищу все покоя и отдыха, и пока найти его не могу. Где буду жить, остальное время еще не решил. Вероятно, частью здесь, частью в Европе, с детьми. Здесь я все дела свои ликвидировал, а посему имею полное право умереть, когда вздумается, или когда придется, но это я шучу. До 1939 года он так и жил. Концертный сезон в Америке, остальное время в Европе. Однажды, неожиданно для своих домашних, покупает участок земли на берегу Люцернского озера в Швейцарии. Он всегда выбирал места, где нет железной дороги, места, где мало машин, а у нас дорога без никуда не идет. И потом солнце. Это единственное место, это тут. Это было построено по плану и желанию Сергея Васильевича. Это дом семейный, там только были, есть большие, но только три комнаты. Для старшей дочери, для самого себя и для младшей дочери. Потом только для гостей только две маленькие комнаты, это мы сейчас не строили. Но он любил быть, когда он отдыхал, в таком семейном климате. Что касается нашего владения, то меня оно очень удовлетворяет. У нас чудный домик. Пугает нас рассказами о плохом климате, но я пока плохо этому верю. Здесь как раз та тишина и покой, в которых я нуждаюсь. Которую закончил, написана для рояля с оркестром. Название ее – «Симфонические вариации на тему Паганини». Я рад, что мне удалось написать эту вещь в первый год моего жительства в Новом Синаре. Это известная компенсация за те многие глупости, которые я с постройкой Синара разрешал себе делать. Правда, я так думаю. Вы не будете надо мной смеяться.
Сегодня ночью думал, не оживить ли легенду о Паганини, продавшему свою душу нечистой силе за совершенство в искусстве. Как на вулкане. Никто не знает, что случится завтра. Сознаю только одно. Если начнется заварушка, то мы очутимся вроде как в мышеловке. Погода здесь хитлеровская. По-видимому, покой отошел на долгое время от людей, населяющих Европу. Незадолго до начала Второй мировой войны Рахманинов покидает Синар, а вместе с ним и Европу. Навсегда. Для Рахманинова нет покоя и здесь, в Америке. Старый свет для него закрыт. Он по-прежнему странствующий музыкант. Я закончил новую симфоническую пьесу. Она называется «Симфонические танцы». Моя привязанность к старой России слишком сильна. Если добрые американцы не могут понять моих личных чувств, то я сожалею. Но мне представляется правильным оставаться тем, кто я есть.
Сейчас даже чайки не шумят. Да, здесь тихо. Да, здесь очень-очень спокойно. Я понимаю, почему он поселился здесь. Вы знаете, это верно. Он всегда выбирал места, где тихо и спокойно. Как только он находил такое место, он начинал писать. Но в то время здесь не было столько домов. Дом был на этом месте? Да, здесь. Но тот самый дом, когда мы его купили, когда муж мой купил его, он сгорел. Вся центральная часть. Все вот это сгорело. Здесь катались на лодках. Вы можете слышать оттуда голоса. Звук поднимается вверх. Я представляю, что было здесь, когда жил Рахманинов. Людей привлекала музыка, и они останавливались. Красивая музыка. Значит, люди приходили сюда слушать музыку? Приплывали на лодках и останавливались там. Он, наверное, не любил, когда его слушали. Не знаю, но он все равно играл, а они слушали. Получались бесплатные концерты. Знаете, почему я сейчас живу в Америке? Потому что нигде во всем мире нет такой музыкальной жизни, как здесь. Если вы спросите, где мой домашний очаг, в поезде, в пульмановском вагоне, мне приходится много путешествовать. Зимой я пианист, летом композитор. Писать что-нибудь новое пока не собираюсь. Голова пустая. Советы жить только настоящим днем, по совести говоря, не выдерживают никакой критики. Кто же живет только сегодняшним днем? И кто это, кто не думает хотя бы о близком будущем? И как можно о нем не думать? Но, думая о будущем, ничего, кроме ужаса, себе и не представляешь. Как с этим справиться? Как себя вести, скажите мне? Моя и я, мы все больше и больше склоняемся к поездке в Калифорнию. Однажды, когда мы жили в Беверли-Хиллз, в 9 часов раздается звонок. Мой муж спрашивает, кто там? Мистер Рахманинов, вот решил навестить вас. Наталья Александровна ушла играть в покер, а я остался один. Вы знаете, я очень зол. Я спросила, почему? Послушайте, это все журнал «Тайм». Он утверждает, что в прошлом году я заработал 5 миллионов долларов. Всегда не лезут в частную жизнь. Мой муж спросил, Сергей Васильевич, а разве это неправда? Он сказал, нет, я бы не сказал, что это неправда. Он так и не стал американцем. Он всегда оставался русским. Видите ли, хотя я и корчу из себя бизнесмена, но на самом деле, это по секрету, в делах ничего не понимаю, и ненавижу их. Вчера я купил себе здесь, в Беверли-Хиллз, дом. Купил его согласно натуре своей невоздержанной ровно в 3 дня. За это домашние меня немного пилят. Дом маленький, скромненький, как и подобает
не очень любимым артистом. Буду в нем жить и, вероятно, умирать. Как правило, с домами мне не везет. За свою жизнь купил 6 домов. Из них только один был удачный, в Нью-Йорке. Остальные же или потерял, как в России, или почти потерял, как в Швейцарии. Этот, последний, здесь, вероятно, отнимут японцы. Если придут, то непременно ради моего дома. Такая уж фортуна. Наталья Александровна, жена Рахманинова, противилась покупке этого дома. Ее тревожили мрачные предчувствия. 3 месяца лета 42-го года Рахманинов провел в своем последнем доме в Калифорнии. Здесь он готовился к предстоящим концертам. Жена Рахманинова вспоминала. Я умоляла его отказаться от концертов, но он опять повторял свою любимую фразу. «Ты меня в кресле возить не будешь. Кормить голубей, сидя в кресле, я не буду. Лучше умереть». В октябре 42-го года Сергей Васильевич начал свой ежегодный концертный сезон. Он скоро заметно осунулся и похудел. Он часто говорил: «Сил у меня нет». Меня это страшно беспокоило. Играл он совсем больной. Ему было больно двигаться. Нужна была вся сила воли, чтобы выдержать эти концерты. Я слышал, люди, которые видели игру Рахманинова, говорили, что им было жалко его, когда он выходил на сцену, потому что им казалось, будто годы страданий высечены на его лице. Это вызывало симпатию и уважение к нему. Удивителен тот факт, что он выступал десятки лет, даже когда ему было за 70, с тем же огнем и вдохновением. Многие великие композиторы либо умирали в раннем возрасте, либо оставляли свое занятие. Так, например, Россини. Здесь, в этом зале, в Далласе, в феврале 42-го года публика присутствовала при последней вспышке света, который источал этот гигант музыки. Многие выходили из зала со слезами на глазах от переполнявших их чувств. Из последнего письма Рахманинова. «Играть мне тяжело. Ох, как тяжело. Кашель усиливается, боль в боку также. Вскоре не буду в состоянии ни встать, ни сесть, ни лечь. Приняли экстренные меры, двинулись прямо в Лос-Анджелес. Чувствую себя сконфуженным и виноватым». В конце письма приписка медсестры. Мистер Рахманинов не закончил это письмо. Когда его отвезли в Калифорнию, кажется, его сначала повезли в госпиталь. Мы пошли навестить его. А потом мы были у него дома, когда он был в постели. Мы были у него дома за 2 или 3 дня до смерти. Было видно, что он очень болен. Мой муж сказал: «Я не могу идти к нему». Горовец остался за дверью, а я села около Рахманинова. Я не помню, о чем мы говорили, но помню последние слова, которые он сказал моему мужу. Он махнул рукой и сказал: «Goodbye, Pinchy».
Наталья Александровна вспоминала. Как-то в полузабытии он спросил у меня, кто это играет? Бог с тобой, Сережа, никто здесь не играет. Я слышу музыку. В другой раз, подняв над головой руку, он сказал, странно, я чувствую, точно моя аура отделяется от головы. Двадцать восьмого марта в час ночи Сергей Васильевич тихо скончался.